Брат мой, Белонгин. А ты? Ты, Аджай. Это моя церковь особенная. С пушками? Конечно же. Кротки унаследуют землю, друг мой. Но им нужны стволы. Откровение 5.5, скажем так, воодушевляет. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее!» Спаситель! Наш Спаситель вернулся к нам в облике льва, воина! И тогда я подумал, когда Сын Бога возродится, какое оружие он выберет? Что? Христос вернется, чтобы снять 7 печатей и принести упокоение! Он вернется в образе льва, да? А льву нужны зубы. Что бы выбрал Иисус? Второзаконие, 32 стих 47. «Ибо это не пустое для вас, но жизнь ваша!» А может, притчи 19.11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев». Не понимаю, что ты... Воин знает! Воин всегда знает! Ибо видели упокоение и выжили. С оружием творим дела праведные. Ибо каждая пуля — проповедь. Каждая пуля — наказ. За каждый рупор лжи по игономина, которую молкнет, ты получишь награду. Дерзай, на все воля Божья. Вот, держи. Это за первый. Банабур атакуют! Пришлите подкрепление! Сабал, в чем дело? Враг наступает! Лучше не лезьте так! И сказал он им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари!» Твоя мать, а ты у нее на коленях. То были самые счастливые дни в ее и моей жизни. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять, хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя, и Швари огорчилась бы. Thank you.
здесь, Сабал. Помощь нужна? Черт! Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно?
Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. Посмотри только, что сотворил Пейган. Надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того, как мы возьмем аванпост. Но Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников – это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Что же ты теперь? Yeah.
Они в безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Это все, что у меня есть. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Аджай, это Амида. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, не... Аджай, Аджай, Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю.